Сегодня мы с вами слушаем новый альбом Кади, Коп в кино, или Коп в кино, я не знаю, где ставить ударение, в общем. Первая сольная работа, я так понял, 8 треков, и, к сожалению, в основном здесь у нас совместки. Ну, мне не очень нравится, когда артист выпускает, ну, я, может, ошибаюсь, конечно, насчет первого релиза, но да в любом случае, если в альбоме в основном совместки, это не очень хорошо, как по мне. Якобы, ну, типа, я должен слушать, что из себя представляет артист и так далее, знакомиться с ним, а в итоге я слушаю совместки, ну, с какими-то другими артистами. Короче, ну, вы поняли, как по мне, это не очень круто. Но, с другой стороны, это как-то привлекает внимание других фан-баз и так далее. И мне кажется, вообще, в основном эту пластинку слушали, и даже, ну, большинство только из-за совместки с Мияги. Некоторые, мне кажется, только с ним и слушали эту песню. Не знаю. Мы с вами постараемся обратить внимание на полностью музыкальное сопровождение на этом альбоме, текстовую составляющую, исполнение и так далее. Но не будем уделять прям большое внимание треку с Мияги. Все, давайте слушать. Ну и какие-то мы слушали уже. Меланхолично начинается альбом. Тихо, спокойно. Я думал, он будет петь. Вот это привычно. Мне нравится музыка. Ну, то, как она развилась в итоге, во что. Спасибо гитарке, наверное. Классно взаимодействует с исполнением. И меняет флоу. Очень круто. Звучит не скучно, интересно. Но что-то мне кажется, этот борщинули автотюном. Просто я особо не люблю, когда слишком много. Но по сути все нормально звучит. Нормально. Все нормально. Всего достаточно. Красивая музыка, красивое исполнение. Так, мне кажется, вся пластинка будет такая в серых тонах, как обложка. Может, это его душевное состояние такое. Не знаю, но если мы услышим что-нибудь такое бодрое, веселенькое, будет круто. Пока все так же. Тихий, спокойный бит. Ну, тут понежнее исполнение. Вот в музыке звучок такой, как будто бы, знаете, вот на дисках раньше были такие царапинки, и когда слушаешь их, там такой звук тик-тик, какой-то тик-тик. Вот тут тоже он есть, как будто бы, ну, слышится мне. Во. Мне, короче, этот звучок фигачит по нервам. Красивый припев. Спокойные такие куплеты. Ну и, собственно, сама музыка. Под такой припев грех не подпеть, знаете. Ну, на концертах, мне кажется, все будут ля-ля-лейкать. Блин, ну вот он меня вообще напрягает. Ну, звучок. Короче, весь вайб такой подпортил мне. Ну, привыкнуть к нему, конечно, можно, если слушать на протяжении нескольких часов. Возможно, не знаю, но что-то пока этот отбивает желание. Так, Кади и Мияги. Красиво начинают. Я так понял, тут будут в основном, в общем, клавиши. И такая легкая какая-нибудь красивая гитарка. Может, даже акустику услышим.
очень круто то, что у нас в России артисты могут так исполнять. Без акцента вообще идеально звучит. Будто бы зарубежный какой-то артист. Интересно, Мияги будет тоже на английском? Или все-таки на русском? Будет круто, если он будет на английском читать. Ой, петь. И немного расстроит, если будет по-русски. Куда уж без этого. Красивый текст. Красивая песня, красивое исполнение, красивая музыка, мелодия. Led by a Dollar мы слушали, но я особо не помню, поэтому слушаем еще раз. Все вспомнил. Вот классный трек. Классная песня. В общем, ну, я попереключаю, потому что эту песню я уже слушал. Здесь очень крутое исполнение, классный припев, классная музыка. Пропаганда совместно с Муизи. Вот это, по-моему, иностранный чувачок. Может, я ошибаюсь. Так, уже более живая тема. Ну да, по-любому вообще. Как бы не выбивался этот трек из вообще, ну, от остальных. Посмотрим, что нас будет ждать дальше. Ну, бит крутой. Может, на него и иначе можно было бы залететь. Но так тоже, в принципе, неплохо. Но все-таки, да, я больше склоняюсь к тому, то, что здесь можно было бы пожестче какую-то подачу сделать. Но Mo Easy хорош. Круто залетел. Может, вообще это в стиле, в его стиле. И тут Кади как бы получается на совместке с ним. Так. Havana. Feat. Dalliance. И вот у нас опять возвращаемся мы к спокойному. И если так дальше будет, то вот пропаганда, она реально не вписывается сюда. Ну, как по мне, немного... Как будто какой-то сборник совместок. Отлично. The beat is dope. Female vocal is dope. Если можно так сказать. Короче, я обожаю женский вокал. Еще вот такое звучание. Балдежная тема. Ну вот, стопудово. Однозначно я уже прям, ну, сразу добавляю себе. Очень круто. Прям вообще прибалдел. Однозначно лайк. Уже давно в плейлисте у меня. Так, Кади совместно с Каслом. Касл очень крутой. И мне понравилась его эпишка. Сейчас заценим их совместку. Музыка куда-то в прошлое отбрасывает. Тоже. Тоже очень классно. Ну что, и Касл, и Кади хорошо звучат в этой песне. Все так же красивая песня еще одна.
Oh, Honey, последний трек. Так быстро заканчивается пластинка вообще. Класс. Супер. Как жаль, что такая музыка остается незамеченной у нас в России. Жаль, что на таких артистов не обращают внимания. Хоть даже у нас в России любят погрустить, но если песня неизвестного чувака, то под нее особо не грустят. Ну, как-то так, наверное. Итак, коп в кино. Коп в кино, наверное, все-таки. Или коп в кино. Неплохая пластинка. Такая меланхоличная, спокойная, тихая, красивая. Очень красивые мелодии, музыка, хорошее исполнение, вообще, ну, тут пятерку, наверное, можно ставить, очень круто. Как будто бы послушал альбом зарубежного чувака с одной совместкой с Мияги. К сожалению, вот весь альбом на английском и один припев, ой, куплет, Мияги на русском. Ну, как-то вот выбивается. И также выбивается песня Small Easy «Пропаганда». Я уже, собственно, все сказал. Все песни примерно в одном стиле, в одном звучании. И тут, знаете, тысяч хип-хопчик такой. С таким, причем, крутым битом. Вот все, что, наверное, я хотел сказать. Короче, повторюсь, печально то, что на таких артистов особо не обращают внимания, как вот Кади, Касл и Хлой, ну вот в Хаджиме. Вообще очень крутые ребята, но, к сожалению, у нас как-то особо не обращают на них внимания. И жаль, что на этом альбоме много совместок. Хотелось бы слушать его отдельно. И там, ну, парочку еще кого-нибудь добавить. Из песен мне больше зашла Гавана, Miles Away, Oh Honey и вот Led by a Dollar. Ну, большая часть, короче, зашла мне. И вот Pouring Rain. Вот эти, в общем, песни. Prayers тоже красивая, кстати. Но вот оттолкнул только парт Мияги. Он хорош, но на русском. Почему вот у меня есть эта тема разделения, типа... Ну, я как-то не принимаю вот это. Если один чувак на русском, другой на английском, ну, вы определитесь вообще. Короче, на пластинке мне больше всего понравились песни «Гавана» и «Miles Away». Еще «Oh Honey» и «Pouring Rain». Неплохой трючок, ну, начальный. Вот. Но больше всего вот эти два трека, «Гавана» и «Miles Away». Как вам пластинка? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.